Всем привет! Ситуация такая, что я абсолютно один и еду на фестиваль красок. Друзья меня и кинули, поэтому буду пытаться путешествовать в одиночку. Посмотрим, как это выйдет. Я направляюсь на автовокзал. Через полтора часа буду на месте. Как много тут людей все-таки. Уединиться негде, поэтому буду вещать с самой площади. Короче, на фестиваль я, походу, не поеду. Походу, я поеду к друзьям отмечать Нюху и просто к Северо-Невскому. Он сейчас едет в Эле, собственно, куда я и направляюсь. А вон идет мой ник Сева, белый клан. Нет, я белый клан, то он не ебан. Но не в этом суть. Вот. Смотрите, далеко, как ебло у него. Вот. Посмотрите на него, посмотрите. Ебло, а? Я сегодня грязненький. Точнее, я грязь, это не спать. Не бритенький и прыщавенький. А тебе идут усики, бакшу мексиканцы. Тебе идут пидорские, позорные, посылы. Ты дам-то мерзкому ди. Мерзкому ди? Да. Эй, это мой братишка мерзкому ди. Не похуй, похуй на всех собак. Никого не уважай, только нас, брат! Miss Collins weeps, Miss Collins moans, to see her son Louis leave his home. Angel laid him away. В общем, ситуация такая. Я не был на фестивале красок. И как видите, я вместе вообще не красочен. Я нахожусь на Бладхате Ростова, окраина Ленина, со мной Сева. Сейчас я буду здесь готовить макароны с луком. Бладхата заменила мне мой колледж, но я здесь и не заменил траву тем, что ты колешь. Справа брат, слева брат, я не называю это куриц. Ведь я из Павлодара, если помнишь. Я дарю тем, кому до него нет дела. 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 Я дарю. Еще раз, ты что сделал? Рин? Да. Я уже ручился. Блин. Хочу тут быть постоянно. Это говно, Ярик. Блин, ну отлично. Outside, are we doing any better? There's a
Это я тебе дарю. О, будете, спасибо. Привет. Привет. Это Сева. Привет. Это Серега. Серега, уж привет. Ну, буквально минут на 15. Спасибо большое. Вот. Я себе сок и до рассвета не живу, ведь ему...